Всем привет! Сегодня к нам пришли гости. Обожаем мы друзей, с ними жить веселей. Доброе утро! И где же гости? Они уже здесь. Как здесь? Ау! Я никого не вижу. Они спрятались и просто так не покажутся. Они что, стесняются? Как их увидеть теперь? Чтобы их увидеть, нужно составить их портреты из геометрических фигур. Вот из этих вот, посмотри. Так, вот и круги, и овалы, и треугольники. Ну, давай начинать. Давай. Прикрепи на доску слева внизу большой круг. Вот он. Да. Вот так. Да, молодец. Идеально. Сверху на него круг чуть поменьше. Ага, вот такой вот. Да-да-да. На него два маленьких овала. Ага, вот. Один и два. Так, справа от большого круга положи самый маленький круг. Вот он. Да. Прикрепляем. Кто получился? Это зайчик. Ой, правильно. Здравствуй, зайчик. Ты наш первый гость. А кто же следующий? Кто следующий? Продолжаем. Продолжаем. Теперь рядом с зайчиком прикрепи большой овал. Вот. Опа, вот так. К нему снизу, сверху и справа добавь большие треугольники. Это один треугольник. Это второй. Второй треугольник. И третий. Так, сейчас слева к овалу прикрепи маленький кружок. Вот так. Готово. К нему добавь маленький треугольник. Кого видишь? Это птица. Ну-ка, посмотрим. Смотрим. Вот она, правильно. Здравствуй, птица. Рады видеть тебя. Так, и у нас остался еще один гость. Бери овал и прикрепляй к нему справа овал среднего размера, а снизу два маленьких овала. Готово. Слева должен быть маленький кружок. Вот так. И осталось добавить два маленьких треугольника сверху кружка. Это кот! Ты угадал! Вот теперь все гости в сборе. Вот так геометрические фигуры помогли нам узнать гостей. Да, это здорово! Друзья, приглашаю вас пить чай и смотреть веселый канал «Карусель».